Возвращение утраченной энергии. Мысленно или вслух, повторяя слова. Здесь и сейчас я выражаю чистое намерение и прошу Божественный Источник, мое Высшее Я, ангелов-хранителей и высших существ света, вернуть мне всю силу и энергию, которая была забрана у меня другими людьми и мной самим, самой, через ситуации обмана, несправедливости, обиды, зависти, вины, стресса, стыда, депрессии, гнева или насилия с момента моего рождения и по сегодняшний день. Называем точную дату. Я прошу Божественный Источник очистить эту энергию и довести до совершенства и вернуть ее мне в уместной форме, в уместное время, направив на мое развитие, духовный рост, здоровье, процветание и радость. Да будет так. Мысленно или вслух, повторяя слова. Здесь и сейчас я выражаю чистое намерение и прошу Божественный Источник, мое Высшее Я, ангелов-хранителей и высших существ света, вернуть мне всю силу и энергию, которая была забрана у меня другими людьми и мной самим, самой, через ситуации обмана, несправедливости, обиды, зависти, вины, стресса, стыда, депрессии, гнева или насилия с момента моего рождения и по сегодняшний день. Называем точную дату. Я прошу Божественный Источник очистить эту энергию и довести до совершенства и вернуть ее мне в уместной форме, в уместное время, направив на мое развитие, духовный рост, здоровье, процветание и радость. Да будет так. Здесь и сейчас я выражаю чистое намерение и прошу Божественный Источник, мое Высшее Я, ангелов-хранителей и высших существ света, вернуть мне всю силу и энергию, которая была забрана у меня другими людьми и мной самим, самой, через ситуации обмана, несправедливости, обиды, зависти, вины, стресса, стыда, депрессии, гнева или насилия с момента
моего рождения и по сегодняшний день. Называем точную дату. Я прошу, Божественный Источник, очистить эту энергию и довести до совершенства, и вернуть ее мне в уместной форме, в уместное время, направив на мое развитие, духовный рост, здоровье, процветание и радость. Да будет так.